Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательное прохождение. Сегодня мы пойдем зачищать Омегу. Давайте посмотрим, что тут есть. Есть, кстати, вариант сделать стелс-броню поинтереснее. Ну, давай. Больше нет ничего полезного. Все украли, что можно было, что нельзя. Так, давайте зайдем домой, скинем все кишки. Очень мусор. Это нам не надо, это нам не надо, это нам точно не надо. Вот нам все не надо, вот это нам надо. Стелс броня. Не надо. Наши эти не нужны. Стелс 14. А. Я понял. Я понял, я немножко наркоман. Так, мне нужна эта самая зажигательная граната. Кто у нас продает бензинчика? Давайте сеточек еще купим, чтобы они лежали. Там. Они у нас, конечно. Особо я знаю, ну да ладно, пойдемте сходим в Омегу. Не знаю, флешки пока крафтить не буду. Два стелса. Чуть маловато пока. Давай денежку. Давай, давай, давай. Бабки гони. Ага. Ремонтируем шотганчик. Может быть, он нам пригодится против роботов. Потому что вручную сбивать роботов — это какой-то мем. Моим ножиком. Так, и сразу оденем бронежилетик. Сколько наш бронежилетик цел? Абсолютно цел, да? Отлично. Берем себе брафу.
Включаем свет. Что тут у нас? Собачатина. Пробивают потихонечку. Бронежилет я облажался, конечно, конкретно. Блин, ровно на 85 пробила мразь. Так, поехали. Что это такое? Давайте отойдем. Так, только себя не сожги, пожалуйста. Кстати, можно бахнуть. Ничего себе, он выжил. Че, он не сбоялся? Непонятно. Кто забоялся? Ну и че, ты не бежишь? Давайте сделаем стелс-броню нормальную. Ну, можно получше поискать. Че это за мусор? Пам-пам-пам. От 6 столса, 14 столса. Так, поехали. Капец, мне, конечно, еще скиллов качать. Просто дичь какая-то. Наверное, надо было не механику пособить, а я ее что-то вкачал уже. Тридцатку. Не электронику надо качать. Ну ладно. Поехали дальше. Сейчас роботы, да, у нас? Да. Они там где-то плавают. Роботы. Что это? Балаклава. Балаклава нам не нужна. Вон робот. Привет, робот. Ой, я забыл, короче, эту самую. Да, зародейки. А мы
Можно я покажу? Спасибо. Так, подождем, пока этот тоже туда подъедет. Он не хочет туда ехать. Так. Это уже опасно, ребята. Так-то да. Так, где там мой тазер? Где мой тазер? Вот мой тазер. Пойдемте добьем последнего робота, где он тут бегает-то. Робот, ку-ку. Так, все, с роботами покончено. Идемте, уйдем собак. Тщательно. Ты где? Вон она. Конечно, надо было меня поцарапать.
Блин, эта игра гудит, да? Как же бесит. Себе не представляете. Гранит Крис. Елена. К чему мне надо? Где мои флешки? А чего ни с одного робота не упала флешка? Ну вот это не пруф, конечно. Мог бы хоть одну доскинуть мне. Куда побежал пес? Ладно, делаем стелс броню. Надо зарядить тазер. Надо еще взять веточку вместо гранаты. Что у тебя тут есть? Ничего, да? Бесполезный арбалет. О, там молодой человек. Он вернется. Мы его тут подождем. Блин, шотганчик, конечно, топовый просто выпал. Камеры меня раздражают, смотрят. Это тоже смотрят. А ты куда смотришь, молодой человек? Ты уже никуда не смотришь. Так, последний молодой человек остался. Привет. Обратно подошли. Молоток, конечно, просто истинный. Так, я знаю эти приколы. Еще одну скрафтим на всякий случай. Пик. Ну давай ты не промахнешься, а? Ну пожалуйста. Очень надо. Отличная стрельба. Пойдемте походим. Блин, шотганчик такая имба вообще. Я первый раз проходил игру с этими с винтовками. Вот когда экспедиция только вышла, с автоматической винтовкой бегал, господи. Дичь.
Мне сейчас не корнифлекс на арене, просто за залп в упор помер и все. Даже походить не успел. Няшка. Пекель, кстати, тоже как бы классная штука. Энергетический. Ну, лучше ножа. Так, давайте немножечко забудем следующую локацию. Так, теперь нам надо очень хорошо подумать, что нам нужно. Нам точно нужно будет 45 харскинга. Нам точно нужен пикпокетинг. Нам нужно минимум 45 локпикинга. Так, имя нам ничего не даст. Тейлорин, механика. Биология. Давайте в стелс вольем еще пятерочку. А там будет видно, да? Так. Обучим. Забузил, блин, проверяй. Господи. Сейчас меня бахнут просто. Ребята. Кстати, может я... Хрен с ними. Попозже вернемся. Позвалим. Блин, надо было еще одну гранату скрафтить. Господи. Ну, я двумя промахнулся. Зайдем туда уже в следующий раз. Там пояс наш лежит. Внизу. Три черта побегут нас убивать, да? Ну да. Не очень приятная ситуация. Ну а что сделать? Если мой персонаж такой косой, я ничего не могу сделать. Ну, просто одно расстройство с этими гранатами. Окей, ж такое обузишь. А игра тебе говорит, не сегодня. Ладно, мы туда пойдем уже с нормальным бронежилетом, а просто танкуем.
Ой. Ну ладно. Не Ганса пора качать. Так, собаки появились. Собаки появились. На себе. Здесь вот встанем. Нужна граната. Есть у меня граната. Чтобы вот по этой не попасть случайно. Ну, пусть он их. Так, я же не могу туда стрелять, блин. Только из пистолета, да? Раза. А где мой шотган-то топовый? Да, на шотгане, конечно, урона в 2 раза больше, чем на винтовке. В ящике ничего. Так. Давайте вот так сделаем, а то что-то капец надоело вот это гудение. Давайте заодно тут все почистим. Так, лампа нам нужна на остров, отлично.
Одна из девчонок моих проснулась. Намекает на то, что пора бы ходить куда-нибудь. Да, мальчик. И что еще спеть? И че? Я, наверное, чуть попозже. Хочу еще сделать квест с Сентрёй. Если пересетились магазины. Если магазины не заресетились, то мне придется ждать, потому что у меня нету гранат, чтобы убить Сентрю. Говорит, я тебе покажу, как пройти. Нет, спасибо. Я не голодный. Я письмен. Тык, ну давайте продавать все это барахло. 3 Firearms просят. Так, кишки отдай. Есть у тебя бабки на все это? Кстати, у него даже не хватает. Нормально. Он, кстати, локпик перекачал. У меня же джекнайф еще. Лошара получается. Ты... И спешил болта держи. И 2 медицины. Вот хрен пока не запресетился. Так, дай-ка мне 2 бургера, но у меня денег больше, чем я могу потратить. 250 монеток мне дал. Типа, держи, братишка, купи себе что-нибудь полезное. Ой, ребят, я засыпаю эту кроту, наверное, пора заканчивать с этим. Граната от пушки. Птицам. Мне кажется, тут еще кто-то давал какой-то квестик. Оля. Пока ничего не хочет мне дать паразитка. Еще ношу этот конченый пояс на хпшку. Не очень приятно. Давайте возьмем эти штуки. Можем делать киты.
Можно прямо сейчас так сделать один. Ганчик починить, а то он что-то поломался совсем. И пойдемте закупимся отмычками, батарейками дедом. Может быть, он мне табе ботинки продаст там. Да? Неплохо. Братишка, давай отмычки и батарейки. Тихонечко меняем макулатуру на денежку. Не знаю, пояса пока не хочу покупать. Будет 75. Большой вопрос, качать ли его дальше. По-моему, нет смысла. Типа, о чем мы еще украдем? Самый лучший нож, который мы могли бы найти, мы нашли. Так, надо поговорить с Чериком. Давайте поговорим. Давайте посмотрим, что ты продаешь. Опа. 45. Ну, что-то 45 совсем мало. Тут нам тоже ничего пока не надо. Можно, кстати, просто стащить ключи. Там всех раскидать. Броне поставить ловушку. Спустим такую вот. Типа там всех грохнуть. Делать мы так, конечно же, не будем. Так, 5 спешл болт. Держим. Так, сетки у меня есть. Плохо, что этот хренкель не продает взрывчатку. Раньше он продавал взрывчатку, я точно помню.
Ничего нет. Нет, 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 нет. Делай так. Ничего полезного нету. Привет. Так, где мой тазер? С ним, наверное... Проклятый Гровер заставил меня потратить адреналинчик. Вот с кокином. Ик. Так, говорит, доставить груз чуть попозже. Мне нужны таби-тапки. Мне нужен плюс один левел. По-прежнему ничего нельзя украсть, что за фигня? У меня вроде уже так много пикпокетинга. На челика не хватает. Софт паддинг 59. Так неплохо. Так. 36. Давайте флешки на него купим все. Ну нет, не за 53. Ты что, обалдел, что ли, пес? Короче, я 3 сделаю гранаты. А чё думаю? Нет смысла экономить на батарейках. Так, 3 фаерармса. Так, что ты еще купишь? Патроны все, да, купят? Кевларовая ткань, 49. Мы будем редгир себе делать? Не знаю.
Подумаем, над кем делать ли Редгир или нет. Там вон. Молодой человек. Привет. Пока. Граната. Чекнайф. Семьдесят XP. Проходим себе, откроем. Четыре гетсына. Держи. Так, пойдемте дотика сразу бахнем. Так, и нам еще ловушки надо будет сейчас подкачать. И кошмара, столько всего надо качать. Так, вот этот хрен. Так, вот он должен идти, да? Привет. Пока. Очевидное самоубийство. Пойдемте отсюда. Кстати. Вообще ничего полезного не нашли. Короче, пойдемте сейчас сдадим этой дуре документы. Посмотрим, как быстро у него это самое. Сколько еще нам стелса надо. Ну, по-моему, тут нужно 70 стелса или около того.
Что так своим? Какое? Так, а сколько у меня ЕМП гранат? Давайте-ка мы будем и скрафтим. И купим вообще. ЕМП гранаты. Одна есть. Ну, одной, наверное, мне и хватит. Типа, зачем мне больше одной гранаты? Правильно, правильно. Так. Это хрень-то. От экспы, братишка, и у меня барахлишка. Так. Ну чё, я готов? Я готов. Привет, робот. Чё себе робот меня видит, несмотря на... Я продал эти, да, штуки. Чё не попал, зараза, а? Да что ж такое-то? Ну, ладно. Давай стелс броню. Если что, просто сбежим от него, да? Да.
Пойдем за ЕМП-гранатой. Я что-то за это. Пойдемте купим ЕМП-гранату. Я не хочу рисковать. Кого они продаются вообще? Давай дадим ей бошку. Может быть, у этого есть? Прокас помойки. Так, у него есть фигулины для брони. Купим. Ладно, поехали. Поехали сюда, тут купим. Рецепт. Братишка, ну почему ты такой не очень, а? Так, что ты хочешь купить? Что не хочет купить пока? Так, а ты ничего не хочешь купить? Мне надо гугли сделать. Девайс с клоакой. Девайс не бесполезен. Правда, не смогу им пользоваться в этом. Медицины. Так, папки давай. Пригодятся. И нет. Так, сколько у меня локпика? 45, это 57.
По-моему, если сожрать бутерброд и чуть-чуть запариться, я смогу. Да ладно. Так, она же дверь не умеет открывать. Не умеет. Подождем, пока она отойдет. Серьезно? Серьезно? Проклятая фигня. Что такое-то? Так, теперь нам очень хорошо надо подумать, что мы будем качать. Нам точно нужна химия в 69. Стелс пока нет. Нам нужно еще... Нет, хатинг нам не нужен, локпик. Единичка. И локпик нам тоже не нужен. Трапсы. Ну, короче, качаем электронику по максимуму. Потому что мы сейчас лейнов встретим. А не качаем. Нам надо дамаксить вот эту хрень. У нас остается 9 очков. Так. Сколько ему надо? 65. Ой. Давайте. Давайте вот так вот сделаем, чтобы... Так, фиты. Давайте возьмем триггер хаппи. Его все равно придется брать. Я пока не могу придумать, что еще мне надо взять. Не хватает все равно. Топик почтинг. Забываем про его существование. Локпик 48. Этой фигней. 5, да. Ну, если мы вот эту штучку возьмем, то и заебли. Серьезно. Серьезно. О, господи. Восемь гранат на дурацкий остров.
Пойдемте сдадим квестик. Сдадим квестик и на этом закончим. Сейчас я еще девчонок погуляю. Буду заканчивать на сегодня. Ребят. Спасибо. Пока-пока.